обратиться руководителю поискового отряда «Суворов» Стружановой Ольге Викторовне. Несколько дней назад мы вернулись со своей очередной поисковой экспедиции, которая проходила в Кировском районе Ленинградской области. У Вапны еще было вырвано 110 бойцов и командиров Красной Армии. 5 имен нами были установлены. Красноармеец Трайгель уедет на малую родину в ближайшее время, к Егорову. Приезжали родственники на захоронение. Наш отряд носит имя великого полководца Суворова, Александра Суворова. И вот работая на Синявинских болотах, нами был поднят боец, которому было всего 22 года. И когда мы раскручивали его смертный медальон, мы не поверили своим глазам. Уроженец Новгородской области, Александр Суворов. За 25 лет работы только нашим отрядом были подняты останки более 6500 без вести пропавших, умерших от ран, погибших бойцов-командиров Красной Армии. Установлено на братских могилах и на месте гибели в бою более 200 памятных знаков. 100 человек мы похоронили на малой родине. И вот недавно, совсем вот 2 дня назад, мы узнали информацию, что в Тверской области поднят наш земляк, который будет захоронен в Коломенском районе, в нашем городе. Все напутственные слова, сказанные администрацией, ветеранами Великой Отечественной войны, тружниками тыла, во время открытия очередной вахты памяти, мы выполнили. Участвуя в поисковых экспедициях, военно-исторических реконструкциях, ухаживая за воинскими захоронениями, это короткий путь в патриотическом воспитании нашей молодежи, нашего города, области, да и страны. С праздником, земляки, с великим праздником!